Как говорят очевидцы, ЧП произошло рано утром. Большое дерево упало на дорогу, перегородив движение по курортному проспекту. Это случилось в районе Дендрария, рядом с его главными воротами. Дерево повредило фонарный столб и забор. К счастью, ни пешеходы, ни автомобили не пострадали. Движение по курортному было ограничено. На месте работали сотрудники полка ДПС, они регулировали движение машин. Примерно к полудню дерево распилили, убрали из проезжей части, движение было полностью восстановлено.